Я хочу сегодня поговорить с вами о зависти нарцисса. Насколько эти люди завистливы, вы себе просто не представляете. Представьте, что они могут завидовать просто тому, что у вас есть ребенок. И они могут завидовать, что он у вас есть. Они могут завидовать тому, что он у вас какой-то продвинутый, умненький. А если вы приведете ребенка к себе на работу, то вы столкнетесь с абьюзом людей, которые реально нарциссы. То есть, если вам кто-то из коллег сказал, что что-то неприятное про вашего ребенка, вам как-то дали понять, что вы зря пришли сюда с ребенком или еще что-то, да, сразу этих людей, вот моментально, всех тех, кто затоксичил, когда вы пришли с ребенком на работу, всех их точно убирайте в коробку под названием нарциссы. Нормальные люди порадуются, что у вас есть дети. Нормальные люди познакомятся с вашим ребенком. Нормальные люди скажут какие-то добрые слова. Типа, вот, помощницу привела. А помощница твоя сегодня придет? Ой, какая помощница у мамы там? Или какой помощник у папы? И только токсы не познакомятся с вашим ребенком, только токсы начнут неявно абьюзить вашего ребенка. И когда вы это знаете, то вам очень смешно. Вы прям видите этих людей, которые просто завидуют тому, что у вас умненький, красивый, смышленый ребеночек.